прошлый раз многие были запуганы, не участвуют. И благодаря ним мы сегодня можем провести такое мероприятие. Встречи с депутатами. Да, наши усилия, наши акции возымели такой интернет-резонанс, и вы здесь сегодня вместе с нами. Спасибо вам большое. Мы отправили с Женей ему, мы отправили всем ведущим журналистам, отправили на телеканалы, и в понедельник был уже снят репортаж федеральным каналом «Вести». Он будет выходить или вышел, я не знаю, отслеживайте на каналах «Вести 24» и «Вести Россия». И в этом обращении Иванову мы об этом конкретно говорили. Дело в том, что по закону номер 131, федеральному закону, все полигоны, которые действовал и на тот момент, 20 лет назад, и сейчас, обязательно полигоны строятся с проведением общественных слушаний, с учетом вашего мнения всех жителей района. Этого не было. И когда мы подавали запрос несколько лет назад в администрацию, нам сказали, что документы утеряны. Сейчас, благодаря телевизионщикам, значит, наконец администрация нашла этот документ и показала, что был сход работников колхоза «Рассвет», и 70 человек проголосовали за, 20 против. На что у нас законный вопрос. 70 человек — это не общественные слушания. Они не могут решить судьбу всего города, района, храмов и источников. Я хочу сказать, уважаемые власти, нет, неуважаемые власти, вы не слышите свой народ, но вы не слышите президента Российской Федерации, который в своем послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года огромное влияние уделил именно мнению граждан, обращение на то, как реагируют, какое мнение граждан, и, естественно, на экологию. Не зря этот год объявлен годом экологии. Поэтому, наверное, они президента тоже не слышат, и он им не указ. Я хочу сказать, что истребление собственного народа или борьба с собственным народом — это как минимум преступление против народа, а как максимум — это просто очень большой грех. Поэтому, наверное, пусть они задумаются, каждый, потому что именно их дети, их семьи, их жены и мужья, их матери и отцы живут в этом городе. И 2 километра от города — это ничто. Ради Бога! Ради Бога!